Всем большой привет! Сегодня я делаю маникюр на себе. Будет еще один вариант французского маникюра. Но будет не классический френч, а немного поимпровизирую. Работаю базой Fiore номер 1013. Очень интересный яркий розовый оттенок. Это база средней консистенции. Она очень хорошо самовыравнивается и в среднем носится около 3-4 недель без проблем. Итак, ногти укреплены, и теперь беру белый гель-лак и делаю прорисовку цветов. Сейчас я делаю только набросок. Думаю, что такой рисунок сможет сделать каждый, даже те, кто особо рисовать не умеет. Справа добавлю несколько лепестков выше. А на среднем ногте рисую зеркальное отражение этого же рисунка. На остальных ноготках будет косой френч. На указательном ногте завожу улыбку только слева. А на мизинчике завожу улыбку только справа. На цветы наношу матовый топ. Затем беру белую гелевую краску и делаю прорисовку цветов. Здесь чем тоньше будут линии, тем изящнее будет смотреться в целом рисунок. Добавлю еще немного блесток.
и осталось нанести только глянцевый топ на все остальные ноготки. И мой маникюр готов. А вам понравился этот дизайн? Пишите в комментариях под видео, а также подписывайтесь на мой канал и не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. А я прощаюсь до следующего выпуска. Всем пока!